Тольяттинская пенсионерка Татьяна Чигеева пришла в поликлинику, чтобы сделать прививку и тем самым избежать заражения коронавирусом. Говорит, никаких сомнений нет. Сложности минимальные, польза предельная. Ну, потому что прививки, которые мы делаем, они помогают. Я гриппом почти что, вот сколько я работала, постоянно каждый год прививались. И я почти что не болела никогда так тяжело. Осложнений не было. А тем более еще сопутствующие болячки на старости появились. В регион прибыла новая партия вакцины «Гамковид-ВАК» – 23 300 доз. Вакцинация проводится в 58 лечебных учреждениях региона, в том числе и в Тольятти. Мы видим очень активное желание жителей города Тольятти прививаться. Есть разделение на потоки, то есть первичную вакцинацию, кто проходит, и повторную вакцинацию, для того, чтобы люди не толпились. Мы стараемся максимально разделить потоки людей, для того, чтобы было относительно комфортно и не было риска заражения вирусными инфекциями. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями и старшее поколение. Уже на следующей неделе в регион поставят дополнительно 23 тысячи доз, а к концу месяца еще плюс 22 тысячи. Запись ведется через портал госуслуг, а также по телефонам как поликлиники, так и горячей линии. Номер 122. Я решил для того, чтобы самому не заболеть и не заразить своих пожилых родственников, родителей, чтобы они были здоровы и жили долго и не болели. Я уже всем посоветовал, и все, и брат пошел делать прививки, и сестры делают прививки все. Они тоже пожилые люди. Ну, я вообще очень верю нашим докторам и думаю, что всем надо сделать прививку обязательно. И у меня очень много знакомых болело, и я так послушала и решила, что надо сделать. На сегодняшний день в регионе прошли вакцинацию от коронавируса более 64 тысяч человек. Из них порядка 18% завершили полный курс вакцинации. Гульфия Сафина, «События».